Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня поговорим о счастье. Что такое счастье? Лично для меня счастье – это отсутствие всякого беспокойства. Это то, когда меня никто не трогает, и я делаю то, что я хочу. На самом деле, полная изоляция от внешнего мира, от общения с реальными людьми вполне могла бы меня удовлетворить. То есть я, в общем-то, потенциальный хикки. Я провел так несколько лет в свое время, практически не выходя из дома. И был вполне счастлив в этом смысле, потому что, ну, мне приходилось, конечно, выходить на улицу для того, чтобы покупать какую-то еду и так далее, но это минимум, что называется. Я переходил просто через дорогу, заходил в магазин, покупал все, что нужно, и причем на несколько дней, и мог несколько дней из квартиры не выходить вовсе. И вполне себя сносно чувствовал, не просто сносно, а очень даже приятно, когда никто тебя не трогает, никто не беспокоит, делаешь, что хочешь и так далее. Нужно ли какое-то общение с физическими лицами, нужно ли присутствие каких-то людей в твоей квартире для того, чтобы себя чувствовать лучше? Нет, совершенно нет. То есть это вот физическое общение для меня не имеет никакого значения. Ну, во всяком случае, с годами стало не иметь никакого значения. Раньше, когда я жил в Москве, как-то я был, может быть, более тусовочным человеком. Потом это все стало сходить все более и более на нет. После того, как я переехал в Болгарию, еще были рецидивы этой тусовочной жизни. Потом, когда я переехал в Америку, все еще как бы уменьшилось. То есть, ну, не знаю, может быть, это все-таки годы, да, я не знаю, честно говоря. Люди становятся хики, конечно, в самом разном возрасте. Как я уже говорил, что в детстве я тоже не очень любил выходить из квартиры и предпочитал книжку общению с какими-то своими сверстниками на улице, ну, потому что это доставляло какие-то неудобства. Да, вот информации я не получал никакой полезной от этих персонажей на улице, а получал только какие-то проблемы. То есть кто-то мог какой-то конфликт инициировать или еще что-то такое неприятное. А взамен я получал, ну, скажем так, релаксацию мышц, что ли, да, или там поддержание мышечного тонуса. То есть из-за того, что я там двигался каким-то образом по этой улице. А в квартире я, соответственно, этот мышечный тонус не получал. Вот и весь плюс. Но в детстве, раз ты можешь как бы фиксироваться на мышечном тонусе, конечно, ты фиксируешься прежде всего на полезной информации. Полезная информация в то время, во времена моего детства, она могла получаться только из книжек, потому что, ну, каких-то интересных персонажей я не наблюдал вокруг себя, которые бы могли мне сообщать какую-то инфу адекватную той, которую я получал в книжках. И вот поэтому я предпочитал, то есть для меня раем было, когда меня никто не трогал, и я мог с утра до вечера читать. Есть такой фантастический роман одной писательницы, забыл, к сожалению, как ее фамилия, это отечественная писательница, в смысле российского происхождения, Совкова даже, да, потому что это в Совке вышел этот роман, по-моему, назывался «Феномен Табачко», если не ошибаюсь. Можно относиться к этому как к трэшу, но неважно. То есть, почему я вспоминаю это, потому что там был момент, когда героиня попадает
в такое странное помещение, где сверху донизу все нашпиговано книжками. То есть такая библиотека, в которой находится несколько человек, которые просто не отрываясь читают. И она знает этих людей, то есть до этого они вступали с ней в какие-то контакты и так далее. То есть я не хочу рассказывать сюжет весь книжки. Просто там имеет место такой момент неадекватного чтения, гипнотического чтения. Как только героиня берет с полки книжку, раскрывает ее, она тут же поглощена чтением и оторваться уже не может. И она получает полнейшее удовлетворение от этого чтения, от получения этой информации. То есть история в книжке настолько увлекательна, что ей больше ничего и не нужно. Вот этот момент я прекрасно понимал тогда, то есть поэтому, когда я читал этот роман, я думал, а почему, собственно, героиня, а она как бы бунтует против этого момента, то есть ей кажется, что это какая-то потеря времени, такое наркоманство, да, то есть это можно сравнить, наверное, если бы этот роман писался позже, то героиня могла садиться к компьютеру, играть в игры в какие-то. То есть эффект примерно тот же самый. Книжка, правда, сообщает тебе какую-то информацию. Впрочем, и игра тоже сообщает. Если, конечно, это не Тетрис с собачками, который не несет в себе никакого сюжета, а просто является подобием каких-то там передвижений, каких-то ловли, каких-то дурацких фигурок и так далее. Развивая, я не знаю, что навыки этой ловли, более ничего. Никакой информации ты не получаешь. Ты в любимый гамазом Тетрис с собачками. Вот. А в других играх, конечно, это не так. Соответственно, другие игры, что вроде как раз книжек таких затягивающих. Ну, к чему это я? К тому, что вот такой хики счастья, когда ты углублен в какую-то книжку или в игру, или во что угодно, то есть ты привязан к компу, ты не выходишь из своей квартиры и там ешь за компьютером, ешь причем то, что легко засунуть в рот, не приготавливаясь, специально не заморачиваясь на тему этой самой еды, не заморачиваясь даже на тему вкуса, а заморачиваясь исключительно на тему того, что вот желудок требует заполнения. И для того, чтобы его заполнить, ты его чем-то заполняешь, какой-то биомассой, которая не имеет значения. Главное, что после этого заполнения он перестает сообщать тебе неудовлетворение. Вот, удовлетворение же твое, оно связано с визуальными вещами, с тем, что ты получаешь из сети, или играя, или общаясь, опять же, с какими-то виртуальными персонажами. Вот. Делать какие-то проекты, то есть занимаясь каким-то внутренним сетевым искусством, но не связанным с внешним миром, этим физическим миром, в котором надо куда-то ходить, ехать или что-то такое делать в физическом мире. Кто-то скажет, ну, это просто ужасно, то есть там надо же выходить на природу, надо же там еще чего-то, даже общаться с людьми на каких-то тусовках. Ну вот представьте себе, что я лично могу обходиться без этого совершенно смело, не испытывая никакого дискомфорта. Я знаю, что многие, то есть не многие, а некоторые из вас тоже так же, как представляют себе счастье. Счастье, идеал для меня это, ну, например, какой-то довольно большой зал, в котором находится там сотня, скажем, компьютеров с гигантскими экранами, или же что-то в этом роде, или же там
виртуальная сфера, в которой я подвешен, так что это очень удобно, и я полностью нахожусь в виртуальном мире. В этом случае уже не имеет значения эти внешние очертания того жизненного пространства, в котором я нахожусь. Отсюда возникает, конечно, книжка Пелевина «Любовь к трем супербринам», в которой описано существование героя в таком посттехнологическом утопическом обществе, где герой изолирован в специальной капсуле, его тело подвешено на специальных ремнях, оно подвешено не на ремнях вовсе, оно находится в чем-то подобном невесомости, что намного лучше, то есть в каком-то магнитном поле оно находится. Всякий подвес, да, это, конечно, совсем нехорошо. Там есть еще система массажеров, которые массируют мышцы, питательные трубки, а также даже предусмотрена и специальная система для удовлетворения половых нужд. Но все это, конечно, прекрасно, как план фантастического существования, которые возникли для такого существования в будущем. Черт его знает. Не знаю. Слишком сложно, на мой взгляд. Но это все зависит от того, насколько этот самый индивид, изолированный в этой капсуле, действительно необходим, действительно нужен этим сверхкорпорациям. Если он та необходимая клетка, от которой чего-то действительно зависит, то есть она заменяемая, естественно, но все равно необходима каким-то образом, то есть ее жизненный цикл зачем-то поддерживается. Тогда, в общем, все в порядке. Тогда это вполне комфортное существование. Единственное, возникает вопрос, зачем, собственно, необходимо все тело целиком, а не только его часть. Это можно, конечно... То есть в этом есть какой-то рацио. Зачем нужно целое тело? Потому что это целая налаженная система. То есть тело функционирует довольно эффективно. Обеспечивается кровоток, обеспечивается мочеотделение, там калоотделение, потоотделение и всякая фигня, то есть из-за чего это тело там охлаждается, обезвоживается или насыщается жидкостью и так далее. То есть и мозг кислородом, и мозг, значит, довольно комфортно себя чувствует внутри этой оболочки. Если эту оболочку убрать, то необходимо будет создавать систему жизнеобеспечения, какую-то иную, то есть думать, как сделать это более эффективно, чем то, что делает тело это внешнее для мозга. Можно ли сейчас в настоящих условиях создать такую жизненную среду для мозга позвоночного столба, в котором находится спинной мозг, являясь частью этого самого головного? То есть отделять их один от другого, конечно же, нельзя. Их надо рассматривать как единую систему, только в этом случае она будет функционировать идеально. Можно ли такую питательную среду обеспечить, так подключить интерфейс, чтобы все это функционировало? В настоящий момент думаю, что это очень проблематично и очень дорого, самое главное. Значит, надо придумать какой-то технологический процесс для того, чтобы все это как-то идеально функционировало, было очень просто. И поэтому наличие тела уже, так сказать, рабочего для того, чтобы поддерживать этот самый мозг, оно как-то более оправдано, что ли, более функционально. Так что, наверное, некоторое время
наличие этого самого нормального человеческого тела в таком случае, в случае пребывания индивида в такой капсуле персональной, оно осмысленно, оно целесообразно. Но когда будет обеспечена возможность иного существования, то целесообразнее, конечно, отделять головной и спинной мозг от прочего тела и таким образом избавлять эту самую клетку индивид от всяких ненужных вещей типа половой функции там и так далее, то есть что естественно является рудиментом, что вызывает какие-то неудобства, то есть таким образом та же корпорация должна тратить деньги на обеспечение таких утилитарных нужд этого самого организма. А если это убрать, просто изначально убрать или вывести такой генетический гибрид, который бы был лишен всех этих вещей, то есть можно пойти и другим путем, то есть выращивать, попытаться создать при помощи генной инженерии какой-то минимальное тело, да, скажем, тело, лишенное каких-то ненужных вещей. Минимизировать все это до какого-то простого интерфейса. Тогда это будет совсем хорошо, прекрасно. То есть это будет как бы и тело, которое выполняет все эти функции, одновременно из-за того, что оно будет лишено каких-то проблемных рудиментов, оно будет более эффективно существовать, что замечательно. В книжке Пелевина герой, находясь в этой капсуле, он как бы не просто развлекался, не просто пребывал в виртуальном мире, но он еще и работал. Он работал на корпорации, то есть выполняя какой-то странный труд, который связан с болью. То есть он там должен был что-то делать неприятное для его сознания, скажем так. Да? А почему он это должен был делать? То есть ну, в этом, собственно, его функция заключалась, что если бы он это не производил, не делал вот этот труд какой-то неприятный, то тогда бы он был и не нужен вовсе. Весь этот сыр-бор вокруг его персоналии, он был бы необязателен. Я всегда думал, опять же, почему богатые люди, зачем им нужно, чтобы на Земле жило так много людей? Зачем нужно такое количество денег, всякой билиберды подобной? Не проще ли было бы свести человечество до совсем какого-то сверхминимума, да, то есть при помощи очень эффективного яда, пущенного в водопровод, можно было бы эффективно убить до 99% населения Земли, оставив какое-то совсем небольшое количество людей, обслуживающего персонала этих самых богатых, и все. И обеспечивать их прекрасное существование в мире, очищенном от этого населения. То есть это население, оно не необходимо для того, чтобы обеспечить идеальные условия существования этих сверхбогатых индивидов. Для того, чтобы обеспечить сверхкомфортное существование этих индивидов, достаточно было бы очень небольшого количества людей, производящих какие-то сверхкачественные продукты, то есть каких-то супермастеров и так далее, вот квалифицированного персонала. Все остальные – это совершенно ненужный балласт. Однако такого по какой-то странной причине не происходит. Это совершенно логично было бы. Да? Вот зачем вся эта биомасса, которая населяет Землю?
она создает какие-то бесконечные проблемы, она бунтует, она болеет, воюет, там, не знаю, чего-то требует, чего-то хочет, она размножается, она нестабильна и так далее. А, то есть всегда есть какая-то угроза, там, войн, революции, там, не знаю чего, да, бунтов, свержений существующих режимов. А если бы вот так вот до такой степени минимизировать человечество, то контролировать эту мини-популяцию было бы намного проще. Жить в каком-то Ямантау, в каком-то бункере, куполе, да где угодно на самом деле жить, чтобы поддерживать довольно небольшую площадь для существования. Ну, конечно, вот исчезла бы вся эта гламурная показуха, вся эта ярмарка тщеславия, демонстрации друг перед другом своих достижений, золотых, алмазных и всяческих побрякушек. Видимо, это сорочья премудрость, сорочья страсть является главным двигателем не то что прогресса, а существования таких людей, как эти сверхбогатые персонажи. Даже я действительно, ставя себя на место этих людей, я кроме этого никакой логики не вижу. То есть логично было бы вот сделать то, что я говорю. Все остальное, оно абсурдно. Вот это тщеславие, удовлетворять свое тщеславие. Вот все, что как упиваться властью над миллионами. Ты можешь упиваться властью над десятком супермастеров. Зачем тебе миллионы? Ты их даже не в состоянии почувствовать. Все это какие-то виртуальные единицы, так же как тонна денег, она ничего не значит сама по себе. Ну, ты видишь там, заходишь в свой персональный сейф, видишь там 10 тонн денег. Дальше что? Это просто бумага, нарезанная аккуратным способом. А, да, то есть можно сказать, что такой человек, заходя в такой сейф, наверное, говорит себе, вот если бы я хотел, я бы мог на Марсе яблоки заставить вырасти, да, или там что-то еще, не знаю. Устроить канкан на Марсе, там, не знаю, стриптиз. И все что угодно, да, то есть, или заставить всех умереть. А я вот, то есть, вот это вот ощущение того, что ты можешь все, если захочешь, но ты как бы не хочешь. Ты ходишь вокруг этих 10 тонн и думаешь, а не мало ли мне 10, может быть, вот все-таки 20 тонн это как-то было бы круче. 20 тонн, я имею в виду вес, конечно. Вес этих денег, естественно. Если кто-то подумал, что я имею в виду 20 тысяч. Нет, только вес. Потому что вспоминается известный случай, как недавно сын президента Турции грузил тонну долларов, по-моему, каких-то взяточных денег и так далее. То есть вот это очень показательно. Вам не коробка из-под ксерокса. Все, уже другие масштабы. Мы живем в другое время, когда деньги измеряются тоннами на вес. И вот только в этом случае тогда они имеют значение. Вопрос, почему они имеют значение? Что же, черт возьми? Да, вот можно сделать и это, и то, а фактически в случае, я не знаю, бунта, революции, войны, какой-то хуйни, какого-то катаклизма, от которого никто не застрахован, это просто бумага. То есть, если ты не успел вовремя воспользоваться могуществом этой бумаги, то эта бумага, то твоя возможность упущена просто. Она упущена. Об этом почему-то никто не думает. Имея там 100 миллиардов, Путин отнюдь не
стремится эти деньги превратить во что-то действительно могущее его имя вписать в историю человечества навечно. Присоединение Крыма к России, на мой взгляд, это очень жалко. Но это действительно ерунда, тем более, что денежки-то врозь, то есть он не потратил своих денег на это. Он не купил, например, Крым на свои деньги и не подарил России. Вот это было... Куда уж мне со своим сиушным мозгом рассуждать о таких серьезных материях, да? Ведь самое важное для человека – это статус, правда ведь? Иметь 20 тонн в багажнике. Это гораздо важнее. Просто 20 тонн физической бумаги, которая ни для чего не нужна, если что, если вдруг цунами или метеорит. Ну, такого же не бывает. Да ну какие цунами, какие метеориты? Это же ерунда все. Мир-то, так сказать, без этого существует, да? А вдруг не будет ни цунами, ни метеориты? Вот просидел наш великий Путин у власти уже много лет. Ну и дальше будет сидеть, пока, соответственно, червь его в жопу не укусит. Вот, будет как-то сидеть и высиживать свое время бессмысленно. А неужели Крым – это все, что он мог в своей жизни сделать? Неужели вот эта ерунда, тот самый Крым? Я думаю, что это все-таки ерунда. Уж вы, не знаю, можете визжать сколько угодно, считая, что это там какой-то великий подарок. По-моему, это ерунда, не знаю. Правда, ерунда. Какая-то территория... пространство, которое присоединено, ну хорошо, оно там исконно русское, окей, там, ну ради бога, да, ну круто. Но ведь это ничего, собственно, не изменило, ничего не дало никому. И тем людям, которые живут в Крыму, оно, по-моему, тоже не очень-то дало счастье. Значит, это была какая-то ерунда. Значит, это все как-то не то, не эдак. Не был куплен райский остров в океане для того, чтобы русские люди ездили туда управлять своим здоровьем, например, да? И не был город-сад учрежден. И не был построен какой-то невероятный госпиталь для лечения рака или не знаю чего, да? Что действительно то, что могло бы повысить уровень жизни намного порядка, была присоединена просто какая-то, как в средневековье, какая-то территория. И люди в Крыму, понятное дело, очень сильно были рады тому, этому присоединению, потому что они думали, что присоединившись к России, будет какая-то халява нефтяная. А нет, вот с этой халявы как-то не произошло. Напротив, возникли какие-то проблемы. И с теми, кто не хочет, там, с татарами, еще с кем-то там, да и с Украиной, естественно. То есть много-много проблем. В результате вот отключение тока, еще какие-то радости романтические. Конечно, при свечах сидеть очень приятно в новогоднюю ночь там или еще. И мерзнуть при этом, да? Но это романтично. Нет, это очень романтично. Беседы при свечах чудесные. А могло бы быть все иначе. Вот мог бы Путин потратить свои... что я говорю? Почему как бы такая жалкая скотина, как я, вообще трогает святое? 20 тонн денег, да? Не мне с моим сиушным рылом рассуждать на эту тему. Как кому потратить? Это чужие деньги. Ты их своими грязными лапами не трожь. Да, вот так вот. Вот и подошел наш разговор о счастье к своему финалу. Для кого-то счастье 20 тонн, а для кого-то капсула времени, в
которой лежишь и не ощущаешь ни момента рождения, ни момента смерти, ребята. Чао-чао, подписывайтесь на канал, ставьте лайки за тот сумбур, который вы только что прослушали. Может, кому-то будет интересно, может, кто-то решит почитать книжку Пелевина, например. И можем как-то обсудить. Может, уже кто-то прочитал давным-давно, имеет какое-то свое мнение на эту тему. Хорошей литературы мало, поэтому я вот и про Пелевина вспомнил. Спасибо за внимание.